Прежде их было много, теперь лишь несколько. Охотники, очищающие мир от грязи. Ведьмаки – идеальные машины для убийства. Среди них – легенда. Белый Волк – тот, кого зовут Геральтом из Ривии. Вот мы и встретились, ведьмак, император. Она вернулась, Геральт, после стольких лет. Ты уверен, что это она? Да. Она в опасности. Очевидцы говорят, что ее преследует дикая охота. Ты должен найти ее. А когда я ее найду, что тогда? Я дам ей то, что ей причитается. CD Projekt Red представляет. Умещая предназначение. Два острия. Белый Волк. Наконец-то. Одно из них ты. Я пришел за той, о ком сказано в пророчестве. Любое твое решение приведет к гибели. Любой выбор к большему злу. Ведьмак 3. Дикая охота. Игра выходит 24 февраля 2015 года.